Алло. Алло, да, еще раз здравствуйте, Марина. Вы уже освободились? Да, здравствуйте. А это кто? Это Андрей, я вам звонил сегодня, вы меня попросили вам перезвонить. А, просто вы звонили с другого номера, я что-то так не знаю. Да, это просто IP-телефония, и поэтому могут быть разные линии. Это нормально, прекрасно. Да, я просто думаю. Вы меня сейчас на громкой связи поставили, Марина? Я просто очень сильно эхо слышу. Эхо? Нет, а я не слышу ничего. Нет, нормально. Нет, вы не на Странно, громкой. ну ладно. Нет, вы не на громкой связи. Хорошо, я понял вас. Марин, ну давайте тогда немножко пообщаемся. Итак, о чем у нас идет с вами, в общем-то, пойдет разговор о том, что вы интересовались основами финансового рынка, верно? Да, я хотела курс прочитать, прослушать. Там хотел скачать Курс вы его. хотели прочитать. Да. Я понял вас. Марина, ну давайте я вам объясню в двух словах. Вы, конечно же, можете видео это просмотреть, оно там небольшое. Вот, суть этого видео заключается в том, чтобы объяснить, что такое вообще, скажем так, основа финансового рынка, для чего это все делается, да, и что с помощью финансового рынка, торговли на бирже, другими словами, можно зарабатывать очень хорошие деньги. Нужно уметь и знать, как это делать, естественно. Это понятно, да? Да, понятно. Отлично. Теперь следующий момент. Значит, мы предоставляем возможность клиентам, которые хотят с нами работать, да, торговлю на бирже, с помощью наших специалистов, наших, скажем так, анализов рынка, торговых сигналов, инструментов и так далее. Вот. И тем самым мы обучаем, если есть желание, конечно же, в дальнейшем, вот, торговлю на бирже. Извините, пожалуйста, я не Скажите мне, понимаю. А пожалуйста, вы это да, кто? это... Вы кто? Вы какую-то компанию представляете, да, вы говорите? Да, мы Вообще. работаем с несколькими брокерами, мы сотрудничаем, вот, FX Pro, Admiral Markets, Trettel Crypto и Skov Bank. Ну, то есть у нас есть ряд компаний, с которыми мы просто работаем на партнерских отношениях. А Я вы объясню, кто? зачем это вообще все делается. Какая Я компания? Вы-то. трейдер, чтобы вам было понятно. Нет, я А. трейдер, я не отношусь к какой-то конкретной компании. То есть как вам объяснить? Я специалист в этой области. Независимый, будем так говорить, я трейдер, да, который научился, вот, ну, я умею торговать на бирже. Я умею это делать, я знаю, как это делать. Я торгую своими деньгами, я управляю инвестиционными портфелями клиентов. Где размещать свои инвестиции, клиент может выбрать сам. Ну, то есть есть ряд вот брокерских компаний, которые проверены, которые надежны, которые работают в правовом поле, имеют лицензию на биржевые услуги и так далее. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть работают в рамках закона, будем так говорить. А я как специалист предоставляю уже для вас, как для клиента, возможность правильно торговать на рынке, потому что торговать на бирже нужно уметь. Если вы сюда придете без опыта и без знаний, без определенных навыков, да, то, ну, скажем так, это все может закончиться тем, что вы просто потеряете деньги, Марин. Ну, говорю вам прямо как есть. Ну, в любом случае, чтобы вы понимали, в дальнейшем торговля на бирже подразумевает под собой инвестиции. То есть у вас должен быть какой-то стартовый капитал. Это понятно, да? На Отлично. Итак, какой стартовый капитал? ну, тут уже Какая все сумма? зависит от ваших финансовых возможностей, но минимальная сумма хотя бы для того, чтобы вы могли торговать на валютных парах, составляет $250. Ну, на сегодняшний день это порядка там 19 тысяч рублей, если округлить. Вот. Значит, да, сумма депозита небольшая. В плане торговли на рынке вы ограничены своими, скажем так, телодвижениями, но ничего, как бы можно и с этого начинать, с малого в любом случае, да, для того, чтобы вам хотя бы был ясен и понятен в дальнейшем принцип торговли и так далее. Потому что, ну, если вы захотите там обучаться, Марина, надо много информации будет вам выучить, знать, уметь и так далее. Если же, допустим, у меня есть многие клиенты, которые со мной работают, и они хотят просто, чтобы их деньги работали на них. А моя уже задача сделать так, чтобы деньги приносили деньги. Понимаете? Вот. Это моя Понимаю. задача, скажем так, как трейдера. Да, если что-то интересует, спрашивайте. Да, я бы хотела узнать о вас побольше, конечно же. Вы говорите, что вы трейдер, да, а Да. как вас зовут, чтобы я могла посмотреть отзывы, почитать о вас? Андрей Гармаш меня зовут. Так мы же не публичные личности. Мы не афишируем и в интернете
Вы можете, конечно, забить эту информацию, но вряд ли вы найдете какую-то информацию обо мне, как трейдере, понимаете? Подождите, потому а что мы в частном... люди, которые с вами работают, не размещают никакой информации, ни хвалебные отзывы? Можно вам такой вопрос задать, вот вам лично, я вам задам сейчас такой вопрос. Смотрите, вот вы со мной работаете, да, вот я там, скажем, ну, как специалист вас устраиваю, вы зарабатываете деньги, да, работая со мной. Будете сильно, вот, скажем, заниматься тем, что вы будете в интернете где-то писать отзывы? Или вы просто каких-то близких людей порекомендуете им меня как специалиста, и все, и на этом все закончится? Ну, я, во-первых, отзывы буду писать, а во-вторых, вы будете называть вас своим близким и знакомым. Одна из немногих, конечно, вот писал бы отзывы. Ну, вы знаете... В основном клиенты не занимаются тем, что пишут отзывы, вот и все. Вы знаете, я много лет хожу в косметический салон, и, вы знаете, я всегда пишу отзывы, там, допустим, своему косметологу, что я довольна теми услугами, которые оказала. Я пишу отзывы о спортзале. Тогда хожу в спортзал. Где вы эти отзывы размещаете? На сайте компании, на сайте салона. Вот. У меня немножко это по-другому все делается. Ну, я объясню как. Смотрите, вот есть компания-брокеры, с которыми я сотрудничаю. Да, их там ряд целый. Вот. И вы, конечно, можете на сайт самой компании там зайти написать отзыв, что вы там работаете с каким-то специалистом, и я довольна его результатом. Вам никто этого не запрещает. Но это не будет, по большому счету, для многих других что-то означать. Ну, шанс того, что они попадут на меня, это вот только по рекомендации чьей-то. Как сарафанное радио, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, я понимаю, но таких брокеров, я так понимаю, тоже очень много, как вы. Я просто посмотрела брокеры сейчас. Компания, а трейдер это... Ну, и трейдер. И трейдеров это тоже. Это разные вещи. Трейдер – это человек, который занимается торговлей на бирже. Брокер – это компания, которая предоставляет услуги. Платформу, котировки и возможность выхода на рынок для вас, как для клиента. А почему я не могу обратиться напрямую к брокеру? Вы можете. Никто не говорит, что вы не можете. Вы можете, но брокер вам не имеет права предоставлять конкретно специалистов. Брокер вам имеет право предоставлять только котировки, торговые сигналы, торговую платформу. И, пожалуйста, торгуйте. Угу. Это, скажем так, ну, незаконно, если вам брокер это предоставит. То есть по законодательству они не имеют права так делать, поступать. Они могут вам предоставить в плане торговли только вот платформу, котировки, все, что инструмент вам дают, а вы должны уметь пользоваться этим инструментом. Понимаете? Ну, я не умею. Почему у них такая политика? Потому что, это понятно, я это уже понял. Я объясню, почему у них такая политика. Очень все просто, потому что компания, когда работает с вами, да, и, ну, вы открыли вот напрямую в компании счет торговый, вы заходите в любую сделку, вы платите за это сразу же комиссию. В зависимости от объема сделки и от инструмента, по которому вы торгуете. Вот. То есть это может быть валютные пары, может быть золото, газ, нефть и так далее. То есть у каждого там товара своя цена. Так вот, вы сразу платите комиссию, и поэтому самому брокеру все равно, заработаете вы или нет. Он уже заработал на том, что вы открыли сделку. Понимаете, о чем я говорю? Ну, хорошо. А мы как специалисты, как трейдеры, я объясню, нам интересно делать вам прибыль и зарабатывать вам деньги, потому что мы имеем процент от прибыли, которую мы зарабатываем. То есть деньги для нас это как инструмент, да, вот, и чем больше у вас, соответственно, депозит в дальнейшем, ну, денег больше у вас участвует в торговле, тем больше наша прибыль вместе с вами. То есть у нас здесь с вами интересы пересекаются. А зачем вам так, я, как-то... если вы торгуете, если вы такой замечательный трейдер, зачем вам тогда я? А кто вам сказал, что я не торгую на своих счетах? Нет, вот я говорю... Я зарабатываю прибыль. Ну, если вы ее зарабатываете, зачем... Хорошо, я еще имею возможность зарабатывать и с тех денег, которыми я управляю. Почему бы не зарабатывать? Объясните мне, пожалуйста. Если я имею такую возможность, я могу это делать. Хорошо, Нет, хорошо. А если, допустим, ваши прогнозы какие-то не сбудутся? Марин, сейчас, одну секундочку. Можно я буквально через минутку вам перезвоню? Потому что, может быть, я с другой линии вам сейчас позвоню. Очень сильно фонит. Я просто говорю, и я слышу сам себя. Это очень, ну, понимаете, наверное, да? Неудобно общаться. Хорошо, вы не против? Хорошо. Сейчас буквально минутку, я вам с другой линии сейчас позвоню, да. Алло.
Алло, алло, да-да. О, сейчас все отлично слышно. Ага, хорошо, так. Вы меня спросили, я насколько понял, вопрос о том, что если какие-то мои прогнозы будут неправильными, неверными, я правильно понимаю? Да. Марин, ну, скажу вам честно, откровенно, нигде никто ни в чем вам не дает 100% гарантии. Ну, как и везде, в любой сфере. Вы согласны со мной? Ну, давайте я вам просто такой пример приведу, сравнение, чтобы вам было, может быть, понятней. Скажите мне, у вас есть автомобиль? Вы водите машину? Ну, у мужа есть. Ну, вы умеете, лично вы умеете водить машину? Пробовала. В общем, умеете, будем так говорить. Неважно, едет муж за рулем или вы едете за рулем. Вы же соблюдаете правила дорожного движения? Да, соблюдает он. Соблюдаете. Ну, вы, ваш муж, неважно, да? А зачем? Вопрос. Потому что требования такие. Ну, какие требования? Ну, допустим, давайте мы сейчас возьмем, уберем там все штрафы, все вот нарушения. Потому что если есть правила дорожного движения, которые необходимо соблюдать. Потому что ты управляешь транспортным средством повышенной опасности. Угу. И? Что? В заключение того, чтобы не привело это к какой-то неприятной ситуации, вы соблюдаете эти правила, правильно? Ну, да. Вот. То есть тем самым вы уменьшаете риски, чтобы вы не попали в эту ситуацию, ну, когда вы соблюдаете правила дорожного движения. Но вы даете 100% гарантию, когда вы садитесь в автомобиль, что вы не попадете в неприятную ситуацию. Ну, неважно, будет это спущенное колесо или какая-то авария произойдет, ну, не дай бог. Я просто говорю, вот, понимаете, о чем я говорю, ну, правильно? Понятно, что вероятность может такая случиться. Же остается. Ну, она вот, небольшая, понимаете? Но есть. Но есть. Вот точно так же на рынке. Если вы при торговле соблюдаете основополагающие правила торговли на бирже, money management, risk management, то есть вы их придерживаетесь, да, в определенном вот, скажем так, диапазоне надо торговать, тогда и риски минимизируются. Сказать вам, что рисков не будет, 100% я не могу. И никто вам такого не даст. Если вам будут говорить, что 100% здесь никто ничего не потеряет, то я вам скажу, что нельзя этому человеку верить. Потому что никто нигде вам не может дать 100%. Угу. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, понимаю. Вот и все. Когда человек, допустим, умеет водить машину, и он знает эти правила, и соблюдает эти правила, то и риски уменьшаются. Точно так и я. Я торгую на бирже, у меня уже опыт торговли на бирже, ну, слава богу, 12 лет. Понимаете? И я понимаю о том, что когда и что нужно делать на рынке, как это нужно делать. Поэтому 100% я не дам, но на какой бирже? Да. Ну, вообще на бирже, на мировой бирже, на рынке. На разных торговых сессиях, естественно, торгуем. Есть азиатская сессия, европейская, американская, тихоокеанская, их всего 4, разные часовые пояса. То есть она работает круглосуточно. На московской и на питерской бирже не работаю. А почему? Маловолатильные инструменты, скажем так. Маловолатильные инструменты. Есть по некоторые клиенты по личному собственному желанию, они открыли там счета, и я просто по рекомендации даю им возможность там заработать на каких-то российских акциях. Вот и все. А все остальные инструменты, они на мировой бирже. Нефть, газ, золото, криптовалюта, валютные пары, акции компании. Понимаете? Угу. Вот таким образом. Марина, а можно я вам немножко позадаю вопрос? Мне просто интересно. Вот вы обо мне уже, наверное, узнали, ну, может быть, немногое, да? Вы мне можете ответить? Ничего. А вы вообще сами чем занимаетесь? Я ничем. Ну, я самозанятая. Ну, в какой сфере? Торговли, с чем связано? Я понимаю, что вы, наверное, работаете сами на себя. Ну, да, сама на себя. Ну, есть какие-то проекты, я их выполняю. Есть там, кто попросит там сделать какую-то работу, я делаю. Вы дизайнер? Ну, бывает по-разному. Бывает там, помогаю людям, я там, понял. Интерьер вам там обустраивать. Ну, конечно, угу. Нравится. Я понял. Вы давно этим занимаетесь? Да, давно. Несколько лет. Я понял вас. Хорошо. Хорошо, Марин, ну вот тогда вы мне объясните, вот сам финансовый рынок вас чем привлек-то? Ну вот эта сама тема. Ну, наверное же, вы хотите иметь дополнительный доход, я правильно понимаю?
Ну да, хотелось бы иметь дополнительный доход, но на самом деле просто у нас такая ситуация. Мы хотели с мужем У вас это улучшить, лично в вашей семье, вы имеете в виду? да, мы хотели улучшить, так сказать, жилищные условия и рассматривали несколько вариантов, вот, в том числе там взять кредит или ипотеку. Вот. Ну или же немножечко подождать, вот, может быть, там инвестировать куда-то деньги, чтобы немножечко заработать. Вот, и уже дальше эти деньги вкладывать уже в недвижимость. Поэтому вот мы так пока еще думаем, какой вариант нам выбрать, потому что сфера вот именно инвестирования это вообще, ну, не совсем понятно. Вот, поэтому я просто хотела Ну, почитать потому вот что вы, может эти быть, с этим никогда видео. не сталкивались. Нет, никогда не сталкивались, поэтому я хотела скачать вот эти уроки, посмотреть, что такое финансовый рынок, что такое кредитное плечо, что вот здесь, это, ну, просто, по крайней мере, ознакомиться пока на первом этапе. Вот. Просто пока считаем, какой вариант нам будет Я удобнее, просто, понял. может быть, ипотеку оформить все-таки, или, может быть, там у кого-то из родственников денег там занять дополнительно. Вот. Ну, вы хотите вот эту рутину ипотечную, скажите мне честно? Я не думаю, что вы бы хотели. Ну, Ну, скажем, я так понимаю, что это такой у вас вариант, как один из крайних, правильно? смысле, каких Хочется крайних? сразу купить, и чтобы это уже было ваше. Ну, крайних в плане того, что ипотеку почему люди берут и оформляют? Потому что нет всей суммы, правильно? Ну да, нам не хватает немного. Вот. Вот. Не, ну, опять же таки, да, если там небольшая сумма, это одно дело. Я, собственно, что хочу. Вы, конечно, ознакомьтесь, почитайте какие-то основные там вот моменты, говорите, меня интересует, что такое кредитное плечо, там, да, терминологию, может быть, какую-то там почитать вообще, понять, выучить, может быть, даже, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Но я вам в любом случае могу сказать то, что с каким бы там брокером вы бы не хотели бы работать, да, и там какой бы специалист с вами бы не работал бы, в любом случае это инвестиция. А для того, чтобы вы могли, как говорится, это пощупать и понять, да, непосредственно на своем опыте увидеть, как это работает, в любом случае надо инвестировать. И смотреть, что это. Минимальная сумма $250 это не такие уж и большие деньги для того, чтобы вы могли с этим поближе, как говорится, познакомиться и увидеть, А как и как это что вообще происходит, все вот происходит, это да? инвестирование вообще? Как это? Вот как будет происходить Я наше объясню, у вас есть свой взаимодействие? торговый счет. Где? У меня нет торгового Я счета. объясняю. Торговый счет у вас, смотрите, мы определимся с брокером, потом просто-напросто вы скачиваете приложение либо же на телефон, можно там через компьютер, но удобнее, наверное, на телефон, потому что он у вас всегда под рукой. Вот, приложение устанавливается на телефончик, вы туда заходите в свой личный кабинет, у вас будет там все свои ваши данные, то есть вы туда войдете, вот, и у вас будет ваш торговый счет, куда вы потом переводите деньги. Деньги это, ну, вы никому их не отдаете, деньги на вашем торговом счете. Для чего А нужен где этот торговый торговый счет? счет? Где этот торговый Потому счет что у на вас? банковском счете Где этот мы торговый счет находится? сотрудничаем с, можете, я еще раз вам говорю, мы сотрудничаем с Европейским банком HSBC Bank. Вы можете почитать об этом банке, у него есть филиалы по России и не только. Ну, вообще-то Европейский банк, международный банк. Подождите, я Вот. не очень Значит, понимаю цепочку взаимодействия вообще. Вот я взаимодействую с вами, вы взаимодействуете с какими-то брокерами, у которых есть взаимодействие с этим банком я вам всю информацию HSBC. предоставлю. Что-то у меня вообще какая-то каша Все в голове. брокеры, любая компания. Ну, давайте так, возьмите листочек, если вам, чтобы было понятнее. Я вам просто объясню, как это все работает. Есть у вас листок Да, есть, под да, рукой? Вот сейчас возьму. смотрите. Отлично. Возьмите, и я вам. Мы сейчас это Да, просто с я вами взяла. проговорим, а я вам объясню. Взяли, отлично. Вот смотрите. Нарисуйте такой небольшой круг и напишите брокер в нем. Ну, или букву Б поставьте, чтобы вам было понятнее. Брокер. Значит, от брокера сделайте это компания, которая вам предоставляет возможность торговать на бирже. То есть она вам дает платформу, она вам дает котировки, то есть это цены на любые продукты, инструменты, она вам дает, собственно, торговый счет. Ну, предоставляет торговый счет. Но в то же время этот брокер, можете стрелочку куда-нибудь отвести, он работает и нарисовать кружок банк.
потому что именно банки дают возможность выход на рынок. Неважно, вы можете и напрямую даже через банк торговать, но у вас тогда не будет кредитного плеча. Вы как раз почитайте, что такое кредитное плечо. Банк. Написали, да? Да. Отлично. Вот, собственно, в банке ваш торговый счет и находится на ваше имя. Так вот. Может мне сразу прийти значит, в банк сам брокер вам поставляет... HBC. Понятно, да? HBC. Вы можете прийти, обратиться в этот банк, и он вам скажет, да, вы можете торговать вот с такой-то суммы, без кредитного плеча. Я вам объясню так, без кредитного плеча вам финансов не хватит заниматься торговлей на бирже напрямую через банк. Ну тогда мне, может, это и не надо. Ну, я вам говорю, это как есть. Нет. Вы же послушайте меня. Вы же хотели, чтобы я вам это все расписал? Нет, это не сложно. Ну, если не зарываться, вот как вы сейчас лезете в дебри, ненужные вам. Я объясню вам просто схему, чтобы вы понимали. Это все так работают. То, что компании предоставляют... Ну, я вам объясню. Банки работают, по большому счету, только с крупными клиентами. В основном это инвестиционные фонды. В основном это какие-то частные, допустим, инвесторы, но с очень крупными суммами. И какие-то, может быть, банки. Как есть вот банк в банке, знаете такое? Вот это что-то типа того. Все. Ну, остальные для основной массы частных инвесторов, которые занимаются торговлей на бирже, есть компании-брокеры, понимаете, которые и предоставляют это кредитное плечо и так далее. Потому что есть у любой компании, у нормальной, есть свой хэш-фонд, понимаете? Из этого кэш-фонда выделяются вот эти деньги из кредитного плеча. Но почитайте, что такое кредитное плечо, вы поймете, чтобы я вас сейчас не загружал. Дальше. Значит, брокер и банк, понятно, да, что делает банк, что делает брокер. Марина, да, вы меня слышите? Да, я слушаю, да. Очень внимательно. Отлично. Я же говорю, я просто на этом этапе мы разобрались, что такое банк и что такое брокер. Ну, для чего? Они взаимосвязаны, каким образом. Теперь. Есть вот один брокер, допустим, есть другой, можете еще один кружок нарисовать, там третий, четвертый, ну неважно, это будет один, там два, три, то есть разные брокерские компании, да, вот мы их нарисовали. Работают они, к примеру, там вот с одним этим банком, например. Вот, все стрелочки можете свести от этих кружков к одному банку, к этому все, они работают через один банк, условно, я не говорю, что так и есть, но условно. Это там крупный какой-то международный банк. Я отдельный кружок можете нарисовать. Вот. Я трейдер. Напишите в кружке. Трейдер. Mm-hmm. Кто-то я трейдер, допустим, да. И можете на все вот эти кружки, на брокерские, нарисовать стрелочку. Раз, два, три, четыре. Я независимое лицо, я не привязан ни к одному из этих брокеров. То есть я не работаю на компанию конкретно. Я с ней сотрудничаю. Есть брокеры, которые непосредственно выходят из компании, они представляют интересы только ну, какой-то одной компании, ну, одного брокера какого-то, да. Я же непосредственно, ну, как вот ко мне обратились как к специалисту и предложили партнерские отношения на определенных условиях с брокером. То есть у меня есть свои интересы, да, почему я, допустим, работаю с тем или иным брокером. И вы попадаете по рекламе одного из брокеров. Я с вами связываюсь, они мне предоставляют о вас информацию, потому что вы по их рекламе заходите, те же основы финансового рынка и так далее. Я с вами связываюсь и как специалист уже общаюсь. И говорю вам, Марина, есть одна, вторая, третья, четвертая компания брокерская. Вы как незнающие можете мне задать такой вопрос. Андрей, скажите мне, какая разница между этими компаниями? Я вам объясню, что у них там разные условия с определенными инструментами. Ну, так это есть. То есть один брокер дает, там, допустим, на какие-то инструменты, допустим, на то же золото, нефть, газ, выгоднее условия, чем на другом брокере для вас, как для инвестора. Выгоднее в каком плане? Есть такая вещь, когда вы открываете сделку, с вас снимается комиссия. Я вам объяснял, что такое комиссия, да? Ну, когда вы входите в рынок, вы платите сразу же комиссионные за вход в сделку. С вас это берет непосредственно сама компания. Потому что компания должна на чем-то зарабатывать. Она зарабатывает на вот этой вот комиссии. Вот. И у какой-то компании комиссия может быть больше, у какой-то меньше. Как это определяется? Это определяет сама компания. Ну, есть какой-то, конечно же, определенный диапазон, в которых они могут работать. То есть этот диапазон им дает разрешение по большому счету банку. Он им сказал, вот, ребят, у вас есть такой диапазон таких-то спредов по таким-то инструментам. Пожалуйста, вот в этих рамках действуйте. Все.
Марин, вы понимаете хоть, что я рассказываю? Вам понятно более или менее? Если нет, тогда говорите, Андрей, стоп, я не понимаю. Правда, чтобы я пытаюсь не было вникнуть, такого, что я сейчас вам просто воду лью, и вы не понимаете, о чем я говорю. Пытаюсь вникнуть, я не понимаю, где... Значит, я впереди на этом рисунке. Где что? Я сотрудничаю с вами. Вы я, вас сейчас нарисую. Я вас сейчас нарисую. Я вас сейчас нарисую. Вот, я нарисовал вам схему взаимодействия мое с брокерскими компаниями, как трейдера, и взаимодействие банка уже непосредственно с брокером, да? Вы вот можете теперь чуть-чуть ниже нарисовать себя, написать «я» большими буквами, если хотите. И нарисовать стрелочку, значит, от, ко мне, от, вам, от вас ко мне, от себя к брокеру и от себя к банку. Почему? Объясняю. Я с вами работаю как специалист, брокер вам предоставляет торговую платформу, котировки, торговые сигналы, ну, в общем-то, все, чтобы можно было торговать. Но он вам просто дает инструмент. Я тот человек, который умеет пользоваться инструментом. Ну, то есть, представьте, что вы купили квартиру, вам нужно сделать ремонт. Вы не умеете делать ремонт самостоятельно. Ну, я имею в виду какие-то там моменты, да, вот вы в чем-то там, ну, я не говорю покрасить стены там где-то, что-то, полку прибить. Какой-то там конкретный ремонт вам нужен, да? Вот. Вы обращаетесь ко мне как к специалисту. Вот. А банк, это там просто, где ваши денежки лежат. Мне не нужно доступа к вашим деньгам. Мне будет достаточно доступа к вашему торговому счету, да, вместе с вами, чтобы просто управлять вашими деньгами на рынке. То есть я выполняю свою работу каким образом? Я за счет того, что я делаю торговлю на вашем торговом счете, есть у каждой сделки так называемый объем сделки. Он измеряется в лотах. Тоже можете потом почитать, что такое лоты вообще, в чем они измеряются. Вот. И чем больше я делаю объем, тем больше мне банк выплачивает за это комиссию. Банк а у вас договор с банком, вы, да? А именно банк мне выплачивает. У вас договор а с у меня по-партнерски, ну, банк работает, смотрите, у меня не договор, у меня есть партнерское соглашение с брокером. Брокер работает через банк, вот, по нашей вот формуле вот этой вот, если вы рисуете, да? И банк, ну, грубо говоря, он выплачивает их брокеру, а брокер их выплачивает мне. Ну, давайте так, чтобы это было понятно. Я просто говорю, что банк их мне выплачивает, но по сути он просто это делает через брокера. Мне брокер уже выплачивает комиссию по моей партнерке. У меня с брокером партнерское взаимоотношение. Я заключаю с ними партнерку. Это понятно, да? Ну да, то есть и мы с вами, да, заключим партнерское соглашение. Я правильно понимаю? Вот. Вам не нужно со мной лично заключать партнерские отношения. Вы как? Уже работаете через брокера. Ну, значит, я с брокером буду заключать, да, вот. Договор? Я буду с брокером заключать? С брокером вы можете зайти на сайт брокера, и там есть партнерское, ну, не партнерское соглашение, а пользовательское соглашение. Вы не партнер, вы как пользователь. И вы с ним можете ознакомиться. Если вы согласны с теми условиями, которые диктует брокерская компания, вы работаете. Если вы не согласны, значит, вы не работаете. А какая брокерская компания? Я с вами не работаю, если вы не хотите работать. Какая брокерская? Их несколько, я же вам говорю. То есть я буду заключать с каждой договор, их да? Несколько, я же говорю. Есть FXPro, есть Admiral Markets. Да нет, зачем вам с каждой? Ну, на какой-то одной остановимся, и все, зачем вам каждый? Как остановиться? Ну, давайте так скажу. Я могу вам дать рекомендацию и сказать, вот эта компания, она с ней можно работать. Это проверенные партнеры, они работают в правовом поле, и... Тут нет никакого риска в плане того, что они вас как-то там, ну, не дай бог, обманят, если вы так думаете. Понимаете? Да, ну, и информацию, в принципе, о компании можно в интернете почитать. Я могу вам, ну, предоставить эту информацию, можете ознакомиться лично, сами. Как бы без моих рекомендаций, скажем так. А вы можете мне сами сказать, Андрей, вот я хочу с этой компанией работать. Ну, ради бога. Я вам точно... Единственное, что я вам скажу, можно или нельзя с этой компанией работать, ну, по-хорошему. Если вы какую-то там компанию возьмете, какую-то другую... Ну, я вам честно скажу, если у меня с этой компанией нет партнерки, я не буду с вами работать. Вы понимаете, наверное, почему, да, соответственно. Это не в моих интересах. Нет, просто я бы хотела почитать о тех брокерах, которых вы предлагаете, что это за компании. Да, вообще не вопрос. Ну, конечно, ваша почта 788-323-232. Да. Ну, точно. Вот, собственно... Я,
Я вам скину, от Андрея Гармаша вам придет письмо, это я. Угу. Вам скину вот ряд этих компаний, чтобы вы могли почитать, ознакомиться, с которыми мы сотрудничаем, ну, с которыми я сотрудничаю. Вот. И если у вас какие-то вопросы там будут, конечно, вы можете мне задать потом эти вопросы. Марин, все понятно, то, что я сейчас хотя бы рассказываю вам? Нет, не совсем понятно, сложно? Я просто, нет, вот, нет, все, конечно, очень сложно, что-то я думала, что это гораздо проще, я думала, что это просто инвестируются какие-то деньги в компанию, да, и брокеры занимаются тем, что... Вы, нет, подождите, вы мне захотели схему, так это так и есть, по большому счету я могу работать полностью с вашим торговым счетом, в дальнейшем, да, занимаясь им, составляя инвестиционный портфель для него, и вы, по сути, заходите там в приложение на телефончике, посмотрели, сколько денежек заработалось, и все. Вы с этого приложения потом себе, ну, с вашего торгового счета, спокойно себе выводите деньги на банковский счет. Вы мне просто сказали: Андрей, я не понимаю, как происходит взаимосвязь. Я вам ее вот расписал подробно. Ну да, теперь я хочу еще более подробно. Понимаете, ну, чтобы вам было понимать, понятно, как происходит взаимодействие. То есть мы сначала выберем брокера, с этим брокером я заключаю договор. Вам не надо. Нет, вы не заключаете договор. Вы на сайте самого. Там нет такого, как договор. Вы, ну вот так, вот есть пользовательское соглашение. Понимаете, вам никто там, это все в электронном виде, вам никто бумаги не высылает. Это, ну, 21 век. О чем вы говорите? Для того, чтобы понять, можно с брокером работать или нет, вы можете спокойно зайти на сайт самого регулятора. Есть так называемый регулятор, который выдает лицензию и право, в общем-то, эта лицензия дает право вообще на предоставление брокерских услуг. Понимаете? То есть это вышестоящий орган, который следит за той или иной компанией, чтобы они предоставляли в правовом поле. Они разные есть, абсолютно. Их, ну, регулятивные органы есть, ну, опять же таки, смотря какой брокер. Если есть российские, скажем так, брокеры, такие как, допустим, FIBA Group, может быть, вы слышали о таком. Ну, FIBA Group — это даже не российские, а больше европейские. Вот ВТБ Форекс, допустим. Вот у него есть лицензия Центробанка Российской Федерации. Он по этой лицензии работает и предоставляет брокерские услуги. Есть, допустим, такие как CISEC, FCA, FSB, там, ну, так оно просто переводится, аббревиатура ФСБ. Вот, допустим, у европейских компаний, как у FXPro, допустим, у него не один регулятор, их несколько даже. Понимаете, есть FCA, как у Alpari, может быть, вы слышали о такой брокерской компании, Alpari. Вот, есть Forex Club, у него тоже, CISEC, потом Российский банк у него тоже есть, Нацбанк у него, по этим он работает, лицензиям, то есть... Центральный банк, вот Альфа Форекс, Центральный банк Российской Федерации тоже выдают им разрешение. То есть они разные есть, понимаете? Есть европейские, есть неевропейские. Вот. Но банк у них у всех один, да? Тоже, вот как вы сказали, крупная. HDC, да? Нет, правда? Почему? Нет, не один. Нет, HSBC это, допустим, с теми компаниями, с которыми я сотрудничаю по партнерке. Вот у них этот банк, да. А у других брокеров могут быть другие банки. То есть, смотря с кем они сотрудничают. Это надо просто в индивидуальном порядке уточнять этот момент. Вот и все. Но если вы придете в банк, я вам просто объясню, как это выглядит. Если вы придете в банк и скажете, вы работаете с каким-то брокером, вам эту информацию никто не предоставит. Она не в открытом доступе. Это вы непосредственно можете зайти на сайт брокера и там посмотреть, с кем они сотрудничают. Ну, у брокера эту информацию предоставляет, не банк. Банковский сотрудник, работник, который сидит в банке, он даже такой информацией не владеет. Я имею в виду просто банковский работник, который обслуживает клиентов. Ну, вы знаете, обычно на сайтах вывешивают, что мы сотрудничаем с тем-то, с тем-то, с тем-то. Я же вам еще раз говорю, вы можете на сайте самой брокерской компании это найти. На сайте брокерской компании они вам эту информацию предоставляют, где у них торговые счета, с кем они работают и так далее. Хорошо, а вот какие взаимоотношения тогда будут у нас с вами, вот я не очень понимаю, то есть вот вы говорите, что вы берете какой-то процент, я правильно понимаю? Я объясню, смотри,
Да, ну вы мне не платите этот лично процент. Это мне выплачивает моя компания, с которой я работаю по партнерке. Почему я партнерку эту и заключаю с брокером? Потому что сам брокер, я еще раз говорю, он вам не может предоставить специалистов. Этого нельзя делать по закону. Закон им только разрешает, ребят, вы хотите предоставлять брокерские услуги, вы как брокер можете предоставить клиенту платформу, котировки, ну то есть это цены на тот или иной инструмент, продукт, понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Цены на это и торговые сигналы. Ну, то есть какая-то аналитика, торговые сигналы, чтобы человек мог ориентироваться как-то, да? Все. Все остальное вы должны делать сами. Вот вам дали, как говорится, инструмент, пожалуйста. Ну, и деньги, естественно, деньги – это инвестиции ваши. С чем работать? Есть инструмент, есть материал, как говорится. Все, пожалуйста, работайте. Если вы не знаете, как с этим работать, ну, извините, это не наши проблемы. Вот так позиционирует брокер. Он все равно с каждой сделки берет свою комиссию, он зарабатывает на вас, именно брокер, компания. Я как специалист в этой сфере, я трейдер, я тот, кто должен, ну как должен, я умею торговать на рынке, да, я осуществляю торговые операции, с помощью их я и зарабатываю деньги, с помощью этих торговых операций. То есть я, грубо говоря, беру вас за руку и как проводник веду. Понимаете? Ну, то есть, как ваш поводырь. То есть, для того, чтобы вы не потеряли деньги на бирже. Вот и все. И моя роль в этом во всем, чтобы работать с вашими инвестициями и зарабатывать вам прибыль. А сам брокер мне уже с этого будет платить свой, ну, мой процент, который я буду на обороте зарабатывать. То есть, чем больше я буду делать, осуществлять торговых операций на вашем торговом счете, тем больше я с этого заработаю. Соответственно, чтобы увеличивался объем торговли на вашем счете, у вас должна сумма увеличиваться, то есть ваш депозит должен нарастать. А для того, чтобы он нарастал, у вас должна быть положительная динамика, то есть я должен торговать в верном направлении, то есть чтобы ваши сделки закрывались в плюсе. Теперь понятно? Ну, так, более-менее понятно. А сколько можно заработать в месяц? Хорошо. Если я вкладываю $250, да? Смотря с какой суммы вы инвестируете. Ну, 250, да. Ну, $250, смотрите, в день. Если вот, допустим, за день мы с вами занимаемся торговлей по краткосрочным сделочкам, не спеша, консервативно, в день можно заработать, ну, $20 до 30 в среднем. Вот так, где-то так, в этом диапазоне. 20-30 на валютных парах. Долларов в день. На валютных парах. Да, можно. Это что это? Валютные пары. Валютные пары это как инструмент на рынке. Есть валютные пары. Ну, валютные пары это инструмент на рынке. То есть соотношение одной валюты к другой. Вот есть евро-доллар, доллар-иена, потом швейцарский франк, там, допустим, ну, доллар. То есть разные соотношения валютных пар. И между ними цена всегда меняется. По сути, что это вообще сама такая торговля на бирже? Это спекулятивный рынок. То есть простыми словами, если говорить, что-то купили подешевле, а продали подороже. Вот и все. И вот мы на этом зарабатываем. В течение одной торговой сессии. Одна торговая сессия – это сутки, по сути. Я правильно понимаю, что вложив $250, вот, допустим, сегодня, да, я уже через 30 дней получу 750 прибыли. То есть, если я буду там в среднем зарабатывать по $25 ну, в день. Грубо, скажем так, да, если у вас каждый день, ну, может же быть такое, что вы за один день заработали 20-25, а другой 10, ну, к примеру. Ну, я и посчитала. Это еще зависит от волатильности рынка. Ну, я в среднем посчитала. Ну, хорошо, даже если, давайте так, в принципе, да, это примерно так, вот вы посчитали, $700-750 за месяц можно спокойно заработать, но это при активной торговле. То есть, я правильно понимаю, что за год я получу $9000? Это даже вот при том, что я даже не буду ничего дальше докладывать. Конечно. Это даже без $9000. Ничего не докладывать, да, совершенно верно. Да, это называется сложный процент. Ну, я не знаю, почему вы 9 насчитали, давайте сейчас. Ну, там, нет, я не считала 250. Сложный процент. Я считаю, что это я за год получу где-то приблизительно, даже не докладывая, без сложного процента, я получу где-то 720 тысяч рублей. С $250. Пускай так. То есть, вложив приблизительно 20 тысяч рублей, я получу 700 с лишним. То есть, это... Сейчас, одну секундочку, дайте я посмотрю. Ну, давайте я даже за период возьму 75% прибыли. За период. Я беру период, это у нас, ну, так, и начальный депозит я ставлю 250. Да, смотрите, но если считать по сложному проценту, вот,
то с 250, допустим, мы за месяц сделаем, ну, порядка, допустим, 180 долларов. Ну, 187, это если брать 75%, правильно? Вот 250 плюс 187 получается у нас 437 долларов. Угу. Это за первый месяц. Ну, общая у нас сумма депозита, я имею в виду. Угу. Дальше, с 437 долларов я делаю 75%, это 328 долларов. Если эти две цифры мы плюсуем, получается 765 долларов. Третий месяц, 765 долларов, 75% с этой суммы, это 574 доллара, плюсуем. Получается 1339 долларов. Четвертый месяц начинается с этой цифры. С 1339 долларов, 75% прибыли. И пошло-поехало, да. Ну, да-да-да-да, я вот, в принципе, вот в этой динамике. Да, я понимаю, да. Это... Ну, это как-то в какой-то фантастический процент, это просто... Да, вот в такой... Почему? Ну, тогда почему? Просто нет, ну, люди ходили бы одни миллионеры. Это с 250, а если положить нет, там 5 так тысяч это надо долларов... Нет, делать. Смотрите, значит, это мы, скажем, посчитали вам, ну, все вот так вот за средний период, это если без всяких форс-мажорных обстоятельств все идет ровненько. Но на рынке так не бывает. Вот. Понимаете, и поэтому мы всегда берем доходность в месяц порядка, ну, 25-30% от суммы инвестиций в месяц. Mm-hmm. Это можно делать спокойно. Вот теперь спокойно можно посчитать. Вот у вас есть 1000 долларов, ну, грубо говоря, стартового капитала. Берем 30%, ну, даже 25% в месяц. И вот с 1000 вы за год заработаете 15 тысяч долларов, ну, 14,5, если быть точным. Угу. Да, это спокойно, это реально. При сколько доходе вы сказали? 25%. Сколько вы сказали? 14 тысяч? Если вы инвестируете, да, ну, 14,5. Если вы инвестируете 1000 долларов, угу, при доходности в 25% за месяц от суммы инвестиций, то за один год можно заработать 15 тысяч долларов. Ну, почти 15. Плюс-минус, я так вот округлил уже просто. Ну, 14,5, если считать. Угу. Понятно. То есть получается, что, ну, вот даже вот так вот в среднем получается за год это 1 200 000 в рублях. Ну, если, ну, в рублях, по нынешнему курсу, да. Ну, приблизительно около. То есть вы уже... Так это... Да, так это нормально абсолютно будет. Да. Но я так понимаю, что раз вы этим занимаетесь 12 лет... Вы меня хотите спросить, вы... я рублевый миллионер? Да, я давным-давно уже рублевый миллионер, совершенно верно. То есть вы зарабатываете, и при этом такой нескромный вопрос. Возможность. Сколько вы зарабатываете в месяц? Ну, у меня четырехзначные цифры, ну и не в рублях. Ну, я понимаю, то есть вы живете в Москве, я так понимаю, да? То даже есть пятизначные. Ну, вы живете в Москве, да, да, у вас там своя совершенно квартира. Верно. Надеюсь, там не двушка, да? А в дом. Каком районе? Я живу в пригороде, в доме. В пригороде? А где в пригороде? В какой пригород-то? Я не живу даже в квартире. Ну, я понимаю, но пригород-то он же большой. По какому шоссе? Вы ко мне в гости хотите приехать? Нет, ну просто интересно. Просто если человек зарабатывает пятизначные цифры и живет в пригороде Москвы, то, ну, вы можете сказать, какой пригород-то? Хотя бы по какой дороге? Алло, Андрей. Люберцы, вот... если вам это что-то говорит. Ну, мне это о чем-то Люберцы, говорит. Говорю, если вам об этом что-то говорит. Мне это о чем-то говорит, да. Мне это о да. чем-то говорит. Сказал бы, что это не самый лучший район. Честно. Знаю его. Не самый лучший район, но и не самый худший, скажем так. Ну... Я же не живу с соседями, грубо говоря. Ну, понятно. То есть вы вот за 12 живу лет... по определенным обстоятельствам, скажем так. Ну, да, то есть за 12 лет вы уже зарабатываете... Ну, я за 12 лет... Вы понимаете, что я первые лет 5, наверное, это была вот, ну, как вам объяснить, наверное, раскачка, потому что я многому учился в свое время, понимаете, очень много шишек набил в свое время, потому что шишки набиваются тем, что ты теряешь деньги на рынке, вот. И со временем я уже, как бы, естественно, для себя выбрал определенные инструменты, по которым я работаю, скажем так. Ну, скажем,
совершенству нет предела, будем так говорить, да? Вот, но есть все равно определенные моменты, которые я научился, я делаю, я работаю, я анализирую рынок, я составляю инвестиционный портфель, я пишу роботов для торговли, так называемые советники. Я много чего делаю. Если вы, скажем так, оцениваете человека только по району, где он живет, ну, скажем так. Да нет, я просто спросил, я просто район, спросил. Чтобы вы понимали, где... еще раз задаю. Просто ради интереса, что человек зарабатывает. Нет, вы так прям интересуетесь. А где вы живете? А где вы живете, скажите? Мне вот не интересно, а где вы живете? Ну, я вообще в пригороде тоже Москвы живу. Вопрос вам встречный. Ну, знаете город такой, Волоколамск? А где, в каком районе? Волоколамск. Конечно, слышал. Mm-hmm. Слышал о нем, да. Не был, да, лично там не был, но слышал о нем. Вот. И давно вам просто живете? Интересно, что ну, у меня просто не хватает денег для того, чтобы жить в Москве. Чтобы купить себе квартиру с видом на Кремль. Жить в Москве очень дорого. Ну, вот поэтому... Я же говорю, жить в Москве очень дорого. И, знаете, я вам честно скажу, что так как живет Москва или Питер, другие города не живут. Угу. Ну, по большому счету. Я думаю, это вы это тоже знаете. Конечно, конечно. Я это очень хорошо знаю. Конечно. Итак, нет, просто интересно. Марин, давайте мы теперь, как говорится, к нашим баранам немножко. Мы немножко отвлеклись от самой темы. Теперь, касательно самой торговли. Подождите, значит, а сколько у вас вот таких вот клиентов, учеников? Сколько у вас таких людей просто? Ну, я не могу сказать, что я прям сильно там как-то обучением занимаюсь плотно. Я даю какие-то основополагающие моменты. В дальнейшем я даю человеку базу, а он уже сам постепенно обучается. То есть я не... скажем так, не постоянно с клиентом, я имею в виду, ну, то есть он в дальнейшем, я даю тех знаний, которые уже достаточно, чтобы человек мог сам развиваться. Будет он сам развиваться в этом направлении или нет, Марин, это его уже личное дело. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вы проводите какой-то основу, тренинг, базу что ли, я даю. Правильно я понимаю? Я объясняю. Да, да, конечно, конечно. Ну, в дальнейшем, когда я с вами работаю, я вам объясняю, показываю, что, зачем, почему, даю терминологию, чтобы вы ее выучили. Потом вам объясняю на теории, потом показываю, как это применять на практике правильно и зачем это нужно. Вот. Такие основные моменты. Потом вы это просто будете сами закреплять на своей уже практике личной в дальнейшем. Ну, я понимаю. Ну, то есть я могу и ошибиться. Либо же можете поступить, как поступают другие инвесторы. Можете, конечно. Потерять деньги. Я же говорю, можете поступить, как другие инвесторы. Они говорят о том, что... Я же вам говорил, Марина, тут есть всегда риск определенный. Ну, тут никто не дает 100% вам гарантии о том, что вы тут не можете потерять деньги. Но для этого и делается... Вот есть специалист. Вы же, когда лечите, едите зубы, вы же их не сами себе лечите, правильно? Ну, когда вам нужно... Ну, я определенная знаю, помощь, вы обращаетесь к специалисту, кому я обращаюсь. К стоматологу или к дантисту. Конечно, я знаю, что у человека есть специальное образование. Какая разница, в принципе, если человек... Вот, 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 вот. Ну, а про вас я ничего не знаю. Есть специальное образование. Мне бы тоже как-то информацию... Но для того, чтобы, понимаете, вот слов, эти сферы... Эти сферы немножко отличаются тем, чтобы... Я могу вам показать, допустим, один из торговых счетов, по которому у меня ведется торговля, какая там прибыль у меня уже, понимаете? Вот. Таким вот образом. А какое учебное заведение вы закончили? Где учат на трейдеров? Да я вообще нет, трейдерством я начал заниматься, это по своей личной инициативе. Вот. Ну, а вообще, чтобы вы понимали, я заканчивал железнодорожное в свое время. И сам я родом из Ростова-на-Дону. Угу. Да, вот так вот. Студенческие годы, когда-то я попал на лекцию по торговле на бирже. Это было чисто вот такое. То есть вы железнодорожник по образованию? Какой факультет вы имеете в виду? На машиниста я учился. Да, ну, на машиниста я учился. А, то есть вы машинист поезда, электрички? Ну, поезда, да, обычного поезда. Электрички, можете так называть, как хотите называть. Mm-hmm. Ну, вначале ты учишься и выучиваешься на помощника машиниста, а потом ты становишься машинистом уже. Mm-hmm. По определенному этому самому, да. Ну, я не пошел работать по профессии, потому что я когда закончил свое образование, я уже тогда понимал, что я не буду работать в этой профессии. Ну, так вот сложилось.
Вот, и я уже на тот момент или занимался, в принципе, торговлей. Университет или курсы машинистов вы заканчивали? Нет, почему? Да. Да. Что, да? Не поняла? Да, университет. Университет? Это железнодорожный... Железнодорожный, да, да, совершенно верно. Просто не знала об этом. Угу. Да, я вас слушаю. Алло. О чем вы не знали? Нет, не знала. Да-да, о чем я говорю, вы не знали? Нет, я не знала, что в университете учат на водителя электрички. Ну, это не водитель электрички, это машинист называется. Нет такого водителя электрички, вы понимаете, такой именно специальности. Это специальность называется. Угу. Есть просто машинист, а машинист вводит тепловозы, электрички и так далее. Электровозы думала, и так далее, понимаете? Я думала, этому на курсах учат. Ну, вот теперь вы... Нет, можно отдельно пойти научиться на курсах, но я после школы еще туда поступил. Вот, угу. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что мы разговариваем обо мне. Нет, вот. Просто... У меня такое уже впечатление складывается, что вы ко мне на выходные на шашлыки хотите приехать. Ну, холодно, а вам жалко, да? Вы сказали, что у вас такая зарплата, вы столько получаете, я была бы не против подъехать. Я уж подумала. Марин, ну если бы мы были с вами кумовьями, то, может быть, и я пригласил бы вас. А пока что вы, скажем так, потенциальный клиентка моя. Ну, я уж, вы же сказали, у вас отдельный дом. Мы тут с мужем на ипотеку набрать не можем, а у вас дом отдельный. А, то есть вы предлагаете вас у себя в доме поселить? Ну, да, а почему бы и нет? У вас же зарплата пятизначная. Ну, вот... Если, ну и что? Ну, я же не считаю ваши деньги. Ну, вам, мне просто интересно, сколько и человек это зарабатывает. Зарплата, это тяжело сказано. Я их сам зарабатываю, понимаете? Вот одно дело зарплата, вам кто-то ее платит, а я сам свои деньги зарабатываю себе. Угу. У меня нет такого, что мне кто-то платит. Угу. Я зарабатываю эти деньги. Мне их, вот, ну... Чистая прибыль моя. Я своим умом их зарабатываю, я не хожу у кого-то на зарплате. То есть, сколько я заработал, столько я заработал. Понятно, да? Да, я понимаю. Ну, вы же тоже занимаетесь вот интерьером, дизайном, как я понимаю, да? Угу. И у вас тоже же разные есть проекты. Ну, есть, в зависимости, да, от того, что вы предлагаете, как и так далее. Вот, вот. Вы зарабатываете от этого. Андрей, а давайте так, сделаем... Ладно, Марин, давайте... Я уже, честно говоря, много времени потратил на все это. Да, говорите. Нет, просто, понимаете... У меня просто есть другая еще работа, очень довольно-таки много. А, ну... Нет, я просто хотела говорить по поводу что? Инвестирования. Ну, говорите. Вот раз вы так предлагаете инвестировать там деньги и такое совместное сотрудничество... Я вам уже скинул брокеры, компания, с которыми я сотрудничаю. Вот, я вам скинул, на почте у вас уже эта информация есть. Можете почитать о ней, проверить ее. Если вам так это интересно. А, я вот смотрю fxpro.ru.group, да, и admiralmarkets.com, да, вот эти вот. То есть можно посмотреть тогда их. Да, да. Угу. Да, конечно, конечно. Можете почитать об этих брокерских компаниях. И вот эти, из этих двух можно будет выбрать, с кем сотрудничать, да? Или да, да, неважно. Мы просто-напросто потом платформу... Да, да, я стою, у меня есть партнерские взаимоотношения. Вот. И мы можем с вами в дальнейшем, ну, уже когда будем торговать, через эти брокерские компании будем работать. Угу. Ну, хорошо. Давайте я сейчас открою какой-нибудь из них. Посмотрю, что это такое вообще хотя бы. Admiral Markets. Я даже не видела такого. Угу. 19 лет надежности. Начните торговать. Алло, Андрей, вы пропали? А, это вы, наверное, Admiral Market. Да, я открыла принципы работы. Да, я здесь. Я не пропал, я молчу просто. Да. Ну, смотрите, если вы нажмете пополнить счет, вот я вам потом сделаю так, что если вы захотите работать с тем или иным брокером, то я вам, ну, я объясню, как это нужно сделать. Потому что если вы сами нажмете вот пополнить счет, там мне все это сделаете, а это вы напрямую такого с брокером работаете. Здесь ну, вы говорите, такого. Вот начните торговать, там есть кнопка.
А, начать торговлю есть. Не пополнить что-то, а начать торговлю. Да, Типа счетов, наверное, потом вы, ввод, когда вывод. будете пополнять, если да. Вот Демо-счет. если вы это сделаете вот отсюда самостоятельно, то вы будете самостоятельно и торговать с брокером напрямую. То, что я вам говорил. Он вам дает инструмент, платформа, все вот это, пожалуйста. Он вам дал и говорит, вот вам, пожалуйста, торгуйте там, инвестируйте, сколько вы считаете нужным, и занимайтесь торговлей. Я с этого ничего не буду получать, потому что, чтобы работать со мной, надо через партнерку заходить. Ну, как это сделать, я потом вам объясню и покажу, то есть там ничего тяжелого нет. В смысле, а то куда заходить надо? Это все. Что значит через партнер? Что это? Да просто напросто. Но по партнерке, когда вы заходите, мы зайдем через приложение, установите его на телефончик, и через это приложение мы с вами входим. Все, вы сами там пополняете, все делаете, торговый счет. Ну, просто вы будете у них, они вас идентифицируют, как вы зашли через меня по партнерке. Понятно? А, то есть я Ну, вы зайду через закрепляете за ваше мной, как бы. Вот приложение? я за вами как. Подождите, а как я тогда деньги буду туда класть, если я зайду через ваше приложение? Не А понимаю. там есть все, там нет, это не мое личное приложение, там это приложение, но это просто платформа, оно устанавливается на телефон. Я имею в виду то, что мы, войдя через это приложение, вы будете у них, еще раз говорю, ну это будет означать то, что вы не напрямую зашли через сайт сами, а вы работаете с специалистом, то есть со мной. И там все есть в этом приложении, там спокойно вывод, вот средств, там все работает абсолютно. То есть деньгами управляете вы на своем торговом счете, я имею в виду вот вывод, вот средств, ну там перевод куда-то и так далее. Я только занимаюсь торговлей на бирже, меня интересует только это. Все остальное меня не интересует, это ваш торговый счет. Я открываю счет торговый у брокера, а брокер открывает этот счет у банка. Что-то я ничего не понимаю. И если я зайду через Нет, брокер партнерку, то у там меня, работает получается, через банк, никаких вы сотрудничаете с взаимоотношений с банком. Любой. брокером не будет. Почему будет? По партнерке вы просто зайдете, вот и все. Я зайду, ну хорошо, я по какому-то партнерскому счету захожу к брокеру, а как я тогда деньги должна Да. заводить? Там все есть. Там есть пополнение вашего торгового счета, вывод средств. Все там есть. Не переживайте. Что-то мне это ничего не понятно, я что-то уже начинаю путаться. Кто куда чего заводит, какие Ну, деньги, по потому что какому у вас слишком много партнерскому уже инфо... счету? у вас слишком много информации уже от меня, понимаете? Потому что вот вы изначально захотели, чтобы я вам объяснил, рассказал. Я вам рассказал. Если вы захотите, еще раз говорю, если вы считаете, или, там, вам что-то подозрительно, или вы думаете, там, что вас пытаются обмануть, пожалуйста, Марин, напрямую регистрируйтесь и торгуйте. Учитесь, обучайтесь, набивайте шишки, теряйте деньги. Ну, мне нужно все это Брокер почитать, предоставляет, вот есть посмотреть. аналитика у них. Там даже есть обучение, вот у них есть обучение, есть форекс-вебинары проводятся, там словарь трейдера, так называемый, семинар, управление рисками, начать, там, ну, руководство, азбука. Все это можно почитать. Ну Но да, практики у лучше вас не будет нормальной. почитать, наверное, нужно сначала, потому что сейчас я вообще запуталась, ничего не понимаю, сколько денег зарабатывать получится, не получится, все это. Как какой-то партнерский счет, счет в банке. Что-то все очень сложно. Я Я думаю, вам что это объяснил гораздо саму схему, проще. как брокер работает напрямую. Нет, я Ну, брокер поняла. работает в любом случае, любой брокерская компания, она в любом случае работает с банком. У вас торговый счет находится в банке, а не в самом брокере. Брокер у вас деньги не берет, так таковые. Вы просто работаете через брокера. Ну, брокер вам предоставляет платформу, котировки и все остальное. Понимаете? Я понимаю, но тогда мне нужно у банка открыть свой Или нет? счет торговый. Значит, мне надо позвонить в банк, Да узнать, нет, нет. Вы это делаете, через брокера. Короче, давайте так, все, это уже, вы уже сами начинаете путаться. Почитайте о нас в любом из этих вот вакансий, нашей команды, ну все, что хотите. Вот есть о нас в каждом. Почему Адмирал Маркетс, там, почему FX Pro,
продукты, платформы, обучение почитать. Я вас завтра наберу, и мы с вами уже пообщаемся, Марин, потому что я вам и так дал много слишком информации, и лишней информации, я считаю, она не нужна просто-напросто. На первоначальном этапе точно. Потому что у вас уже мозг закипает, понимаете? Я открыла FX Pro, тут еще сложнее. Для вас теперь это что-то все так сложно. Да, теперь что-то вообще ничего не понятно. Нет, на самом деле, кстати, как брокер, там все проще, на самом деле, чем в Адмирале. Понятно. Вот. Понятно? Да, понятно, что ничего не понятно, какие-то цифры, какие-то котировки, ничего не понятно. Ладно, хорошо, давайте я познакомлюсь с этим, со всей информацией. Котировки – это цены, то, что я вам говорил, на тот или иной продукт, да. Хорошо, Марина, все, да, у меня уже самого времени, я очень много времени для вас посвятил, честно говоря, у меня еще своей работы очень много. Все, тогда я завтра вас наберу, какое время вас можно будет набрать? Ну, по Москве, конечно же, ориентируемся. Не могу сказать. Давайте вы попробуйте позвонить там часов в 10-11. Если я буду занята, вот, то я скажу и перенесем на какой-то определенный момент. Потому что я сейчас пока точно не смогу сказать, во сколько я буду свободна. Я понял. Понимаете, я тоже не хочу, чтобы люди сидящие рядом кушали. Марина, а такой вопрос... Я понял, о чем вы говорите. У меня такой вопрос еще к вам, ну, это тоже может быть личного характера. А, ну, вот вы говорите, у вас там муж, у вас дети уже есть или нет? Есть. Есть дети у вас? Да. Ну, я почему задаю этот вопрос, потому что вы мне так сказали, когда мы общались с вами, что у вас остро стоит вопрос с жильем. Ну, я так понимаю, что я думаю, либо же уже вот-вот будут скоро, или планируете детей, либо же уже есть дети, и надо как-то расширять жилье, скажем так. Ну да, мы прекрасно хотели, вас понимаю, потому что сам человек семейный и, собственно, вот. Ну, не просто вы хотели улучшить, а, наверное, Марина, это уже, знаете, как вам сказать, ну это же к чему-то приводит, почему появляется желание улучшить. Не просто же, правильно? Да, так. Просто хочется уже... Вы в двухкомнатной еще живете с мужем? Да, мы. А, вы с кем-то живете? Да. Вот, я понял, вы еще просто с кем-то живете, помимо вот ваша семья? Да. Все, я понял вас. Я понял вас, Марин. Хорошо, ладненько, все, читайте, ознакомьтесь. Завтра вас наберу, и тогда побеседуем. Хорошо? Да, хорошо, да, договорились. Спасибо. Все, да, Марин, было очень приятно побеседовать. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, да, до свидания. Алло. Марина, это вам Андрей звонит, мы вчера с вами общались, припоминаете? Да, вы все время с каких-то разных номеров звоните, я что-то даже не могу. Я же вам говорил, телефония. Понятно. Мне просто вчера уже задавали этот вопрос, да, я вам звоню, поэтому какая линия свободная, стоит идет звоночек. Понятно. А вам можно как-то позвонить, какие-то вопросы? У нас есть входящий вообще, ну да, у нас есть входящий телефон, а там указан был, вот в почте я вам скидывал вчера информацию. А, сейчас посмотрим. Там есть контактные номера. Ну, хорошо. Контактный номер. Да, я не обратила внимания, посмотрю, конечно. Угу. Вы почитали информацию, Марина, которую вчера я вам предоставил? Ну, вы знаете, я так мельком зашла на вот эти два сайта, которые... Значит, не читали, я понял, не читали. Слушайте, ну как, я зашла на сайт и посмотрела, вот, очень много вопросов возникло, вот. Поэтому... Куча вопросов возникло? Да, очень много непонятных Например? Вещей. Ну, вы знаете, мы же вчера с вами разговаривали по поводу вот этой схемки, да, вы рисовали взаимодействие, да, кто с кем как общается. Вот, поэтому вот и по этой схеме у меня еще вопросы, и по самим вот этим двум брокерским компаниям. Хорошо, задавайте, что непонятно вам конкретно? Ну, мне, например, непонятно ваше взаимодействие с банком HABC. Вот, каким образом? У меня нет взаимодействия с банком. Взаимодействие у банка идет с брокером. А у меня взаимодействие с брокером идет. Ну, вчера вы говорили, что вы взаимодействуете с банком, у вас есть какой-то договор, банк, вы получаете... Ну, каким образом? Нет, нет. Вот видите, вот опять, вы сейчас немножко перекручиваете мои слова. Я вам сказал о том, что у меня партнерка с компанией, с брокером. Правильно? Правильно. Хорошо. А...
компания, в свою очередь, она работает в любом случае через банк. Сама компания не держит у себя деньги ваши, понимаете, ей это не нужно. Угу. Ну хорошо, то есть вы сотрудничаете с брокером, да? А вот вы мне вчера прислали ссылки на двух брокеров. Да. Вот, да. Я так немножечко зашла, хотела просто посмотреть, что это за брокеры, где они находятся. Я не нашла никакой информации, где они находятся здесь у нас в России. Здесь вообще нет никакой информации. Если вы с ними сотрудничаете... Нет, филиала в России нет. Так а зачем? Я вас умоляю. Сейчас как? Куча нормальных европейских брокеров, с которыми... Зачем им иметь филиалы в России? В той стране, где лучше вообще ничего не иметь. Понимаете? Нет, не понимаю. Вы, конечно, может быть... Я как гражданин Российской хорошо, Федерации я вам объясню. Хотела бы вот сотрудничать... Я тоже гражданин Российской Федерации, но я могу... Ну, можете сотрудничать напрямую, вот Тинькофф предоставляет брокерские счета. Пожалуйста. Только вам там никто не будет оказывать никакой поддержки. Вот то, что вы знаете, умеете со своими знаниями, можете торговать. Вы знаете, вот я вот, во-первых, вот эти вот вопросы, да, то есть нет никакого представительства на территории Российской Федерации, нету лицензии. Так это не нужно. Если компания есть, вот видите, вот опять же таки, вы говорите нет. Я вам сказал, что есть регуляторы, вот у того же FXPro можете зайти почитать, на сайт самого регулятора FCA, проверить эту информацию по этой компании, там, не... по номеру лицензии. Они не имеют никакого отношения к Российской Федерации. Я вот сейчас на сайте Адмирал Маркет... А зачем им иметь отношение Market, к Российской Федерации? Ну, потому что я гражданин Российской Федерации, и я плачу налоги здесь, на территории Российской Федерации. И я хочу сотрудничать... Ну, так платите о своих доходах. Ну, отплатите. Если вы будете получать все же движения, которые вам будут поступать на карту с помощью торговли на бирже, у вас они все равно отображаются. И, ну, банковский, это как идет как банковский перевод в любом случае. Вы эти деньги, они будут у вас проходить. И вы просто-напросто, если заполняете декларацию или о том, ну, о своих доходах ежегодную, да, то вы можете оплатить на эту сумму налог, если вы законопослушная гражданинка, и вот как вы мне говорите, пожалуйста, вам же никто этого не запрещает, абсолютно. Это ваше личное дело. Хотите, платите налоги, хотите, не платите, если вы считаете так нужно. Хорошо, Андрей, смотрите, раз вы стали говорить про налоги, вот мне на карточку приходит доход. Да? Компании, которые находятся за рубежом. Никаких договорных отношений у меня с этой компанией нету. И мне вдруг начинают приходить деньги. Ну, декларация, подождите, дайте я договорю. Вы, пожалуйста, не перебивайте меня. Вы дослушайте, что говори, я говорю. Я просто хочу вам сказать то, что вы говорите. Я понял, о чем вы хотите мне сказать. Я, ну, говорите, я понимаю. Да, вот я хотела вам сказать о том, что мне на карточку приходит какая-то некая сумма. И как я эту сумму подтвержу перед банком как свой доход? То есть мне пришли деньги, меня спросят, откуда деньги? Я скажу, от брокерской деятельности. Все, вы все сказали? Да, биржевая торговля. А почему торговля, так со мной нагло стали разговаривать? Я что-то не так сказала? Марин, я просто вам пытаюсь это уже объяснить. Вот. Ну хорошо, ладно, я вас выслушал. Вы еще что-то хотите сказать, говорить? Ну что-то как-то объясню. Вы дерзко стали общаться со мной. Мне кажется, что я имею право задавать вопросы, если вы мне звоните. Это во-первых. Во-вторых, я не просила вас мне звонить. Я скачала курс, который хотела просто посмотреть. Теперь вы мне звоните, навязываетесь, Марина, и говорите о какой-то пожалуйста. Торговле. Вам никто не навязывается. Мы вы разговариваете со мной очень дерзко. Вы у вас что-то... Успокойтесь. С тема. У меня все хорошо. Но я вам просто пытаюсь объяснить. Вот так голос понизьте, пожалуйста, и разговаривайте со мной вежливо и учтиво. Я задаю вопросы, которые меня интересуют. И пока я не получу на них ответы, никакого взаимодействия и сотрудничества у нас не будет с вами. Вы это понимаете? Поэтому в ваших же интересах, если вы хотите сотрудничать со мной, хотите, чтобы я стала клиентом, разговаривать со мной вежливо и тактично. Я вас слушаю. Вы требуете этого? Вы можете повесить трубочку. Я вас не буду задерживать. Значит, Марин, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Я вежливо сейчас говорю, достаточно и понятно? Ну, я вас слушаю. Значит, прежде всего, я с вами связался, потому что вы, как вы говорите, искали там какие-то уроки, может быть, ознакомиться. В конечном итоге, в любом случае, сводится все к одному. Вы в поисках дополнительного дохода. К чему мы с вами вчера пришли, это первое. Второе. Я вам пытаюсь объяснить, вы меня два раза перебили. Ну, я закрою на это глаза. Вы говорите, я дерзкий или я там еще что-то. Я вчера на вас потратил почти час времени, пытаясь объяснять и отвечать на ваши вопросы. А я не просила мне звонить, кстати.
я вам объясняю, как это все работает. И вчера я вам объяснил, почему я вам позвонил. Суть и речь не об этом идет. Я вам объясню следующий момент. Если вам показалось, что я там с вами группа или еще что-то, ну, приношу свои извинения, понимаете. Ну, я не буду там, знаете, как-то трепетно относиться к тому или иному моменту, будем так говорить, не лично к вам, вот. Значит, по поводу вот вашей прибыли, которую вы говорите, вам будет приходить. Вы спокойно указываете в декларации, что вам никто не запрещает, и государство не запрещает заниматься биржевой деятельностью. Абсолютно. Это ваше право. И по декларации вы можете указывать, естественно, должны указывать сумму, которую вы это заработали. Они, если захотят налоговая, поверьте мне, они все проверят. Все до единого цента. Вот. Если вы будете соответствующие суммы, которые вам поступали от биржевой деятельности, указывать в декларации, платить за это налог, вам никто ничего и слова не скажет. Ну, если вы так по этому поводу переживаете. Но я могу сказать, что у меня многие клиенты, я сомневаюсь, я не знаю наверняка, но я сомневаюсь в том, что они вообще заполняют какую-то либо декларацию, когда им какие-то вопросы задают, ну, я не спрашивал лично, что они отвечают. Я, допустим, я трейдер, у меня давным-давно этот вопрос закрыт. Да я вам честно скажу, что я даже в наших банках держу всего лишь 10% от всех своих вообще, скажем так, инвестиций, которые у меня есть. Понимаете, я не держу деньги в наших банках. Объяснить вам почему? Ну, это ваше дело. Как хотите, так и держите. Хотите, хоть в банке держите у себя под кроватью, там, хоть в налочку забейте все эти деньги. Это ваше дело. Где вы хотите, там и держите. Но я законопослушный гражданин, и я хочу сдавать на налоговую декларацию. Замечательно, что вы законопослушный гражданин. Я могу вас похвалить только за это. Поэтому мне нужны договора и отношения, именно заключенные на бумажном носителе. Я не увидела ни одного договора на сайте, который вы предоставили, ни у Admiral Markets нету. Я вам говорил о договорах или я говорил о лицензии вы говорили. Другой. Вы говорили, Лицензию вы проверяете, во-первых, на сайте самого регулятора, это во-первых, а во-вторых, тут идет у вас соглашение лицензионное. Соглашение пользовательское, да. А не лицензионное. Пользовательское соглашение. Я его тоже не нашла. Ни на одном, ни на другом сайте. Сейчас, секундочку. Покажу вам. Если компания не находится на территории Российской Федерации, то если она не регулируется Центробанком, то мне сотрудничество с такой компанией не очень нравится, потому что... Почему? Потому что мои деньги будут уходить в какую-то непонятную компанию, которая находится за рубежом. Нет, деньги не уходят в компанию. Как вот это не уходит? Вы опять меня не слышите. Ну, потому что, я еще раз говорю, деньги компания вас не берет. Деньги у вас лежат на торговом счете в банке. А где? Компании. Хорошо, значит, мне нужно открыть торговый счет в банке. Вы сказали, что этого делать не надо. Вы сами потому что если вы откроете напрямую, я не противоречу, я вам объясняю, как это работает. Вы же не понимаете саму структуру, как это работает. Если вы открываете счет через компанию, еще раз говорю, то деньги находятся на вашем торговом счете. Работаете вы через компанию, потому что выход на рынок вам дает компания, а не банк. Банк дает выход самой компании на рынок. Вот банк. Если вы захотите работать напрямую через банк, если он предоставляет вот именно биржевую услугу частным инвесторам, пожалуйста, но только у вас не будет кредитного плеча, как через компанию. Вы читали, что такое кредитное плечо? Вчера говорили, там рассказывали, я почитаю, я ознакомлюсь. Нет, у меня на это не было времени вчера. Ну, вот видите. Поэтому я вам пытаюсь объяснить вещи, которые вы просто не понимаете. Ну, элементарный момент. Что такое кредитное плечо, что значит работать через компанию, а что значит работать без компании напрямую, понимаете? Вот Тинькофф, вы мне начали рассказывать про российский. Пожалуйста, вот вам Тинькофф, он предоставляет платформу, все, у него... идет российская регуляция у Тинькова. Пожалуйста, торгуйте с ним, но вы ничего не заработаете.
Я вам даю 99%, что вы ничего не заработаете самостоятельно с Тиньковым. Ну, вы знаете, я посмотрела на сайте Сбербанка, там тоже есть подробная информация, есть возможность торговать. Есть и Сбербанк предоставляет, конечно, только еще раз говорю, вам никто не даст специалистов. Они не будут работать с вами, особенно с мелкими счетами, им это вообще не интересно. Все равно, заработаете вы, нет, абсолютно. Я вам объяснял, за счет чего зарабатывают банки и компании, собственно. Ну, вы знаете, работать с таким брокером, у которого нет регистрации и нет офисов, нет возможности связаться... Надежнее, чем с российскими, я могу вам сказать. Ну, вы знаете, я хочу прийти в офис. Мне нужно будет вот эту всю конструкцию взаимодействия объяснить своему супругу. И до тех пор, пока я эту всю ситуацию не пойму, я не смогу ему объяснить, откуда и какие у нас будут взаимодействия. А он под этот проект... Может быть, я могу вашему мужу этому объяснить? Может быть, я могу с ним пообщаться и рассказать ему? Может, ему будет тогда понятнее, то почему я не могу этого сделать? Ну, потому что мы с ним этот вопрос не обсуждали. Сначала я должна это все понять, а потом я это объясню супругу. Вообще почему это вы начали должны понять? Ну, потому понять. Что я решаю, будет мой муж там давать деньги на подобный проект или не будет, потому что это семейное дело. У вас своих денег нет? У меня есть свои деньги, но у нас есть семья. Мы так можем с ваших начать, с малых денег. Зачем? Мне сейчас я вам объяснил. Меня нет, интересует мои деньги момент, чтобы я трачу вы могли понять, себя. Как это работает. Мои деньги я трачу на платочки, туфельки. Есть, у вас есть ваши деньги, конечно. И есть деньги... Конечно. Вот есть мои и есть наши. Да, есть мои, есть наши. Есть деньги, которые дает на глобальные проекты мой супруг. И если сумма превышает там 10 тысяч рублей, то я это согласовываю с супругом. Он мне не задает вопрос, когда я покупаю себе платье, туфли или иду к косметологу. Но платье, туфли это... тоже разные есть, вы знаете. Я знаю, конечно, что вы мне объясняете. Но когда это деньги вкладываются в какой-то проект, то здесь это мы решаем с ним совместно. И решаю здесь хорошо. Я. Поэтому до тех пор, пока я не разберусь... Я понял, у вас матриархат, хорошо. Пока я не разберусь, ни о каких вложениях речь быть не может. Вот сейчас меня очень многие вопросы смущают. Отсутствие договора, отсутствие офисов. Вот, Андрей, давайте мы с вами встретимся с мужем и поговорим. Давайте встретимся. Да, вот. Марин, вы же говорите, что вы в Москве находитесь. Я в Москве, конечно, да, но давайте пересечемся. Мне даже нет никакого малейшего желания с вами пересекаться. Знаете почему? Так. По одной простой причине. Вы же вот говорите, так вот, я объясню по одной простой причине. Да мало... Марин, я вот честно, я понимаю, что у меня уже с вами больше головной боли, чем вообще какой-то пользы от вас. Не обижайтесь, я вам говорю прямо, вот честно. Я такой человек, который вот говорю прямо, без всякой, ну, я не люблю льстить, в принципе, никогда этого не делаю. Я говорю то, что я думаю, в принципе, понимаете. Могу это сказать просто мягко или грубо. Я вам говорю, в принципе, вот, скажем, мягко, да, прямо. О том, что мне нет ни желания вообще ни с вами встречаться, ни с вашим мужем. Мне это не нужно. У меня есть нормальный, стабильный доход. Вам я просто-напросто хотел это объяснить, донести до вас, чтобы вы могли понять, как это вообще работает. Я могу вам сказать следующее. Наличие офиса вам никакой, ну вообще это ничего не дает по большому счету. Даже если вот, хорошо, давайте так, есть офис, к примеру, да, вы приехали, посмотрели, люди там работают, занимаются работой. Случилось так, что вы потеряли деньги на бирже, да, ну, к примеру, условно. Что вы будете делать? Ну, приедете вы в офис, и что дальше? Ну, у меня будет договор. Знаете, что они вам скажут? Да, у меня будет договор. На договор. А знаете почему? В договоре указан один пункт везде. В биржевой торговле указан один пункт. В договорах, в соглашениях пользовательских и так далее. Указано, что есть определенные риски. Они присутствуют всегда. Это указано в каждом адекватном вот, документе, пользовательском соглашении и так далее. Везде это указано. Идет предупреждение о рисках. Зайдите на любой сайт, то, что я вам скинул, идет предупреждение о рисках. Людей предупреждают о том, что этот род деятельности, он в любом случае подразумевает риски. Они есть. Если вы потеряете деньги, вам скажут, вы знали, на что вы шли. Всего ну, по хорошего. Крайней мере, я смогу все-таки прийти, пообщаться, посмотреть на офис, и заключить что? Договор. Что от этого изменится, Марина? Что от этого изменится? Вы понимаете? Я смогу подать в суд, если результат. Вдруг у меня будет на руках документы. Ничего вы не сделаете. Вам суд... Вы ни один суд никогда не выиграете, вы понимаете? Никогда в жизни вы не выиграете ни один суд, потому что вам изначально есть
условия, и вас предупредили о том, что есть риски, вы понимаете? Вы заблаговременно об этом знали. Вы знаете, понимаете? Вот в чем вся суть. Я понимаю, да, вот вы так говорите, что это такой рискованный вид заработка, что сейчас у меня... Я говорю, что есть риски. Да-да-да, вы абсолютно правы. Рискованный сейчас я понимаю, людей, что лучше не имеют... это не вкладывать, лучше идти другим путем. Марин, так идите другим путем, понимаете? Идите, если хотите. Вы просто вот говорите о тех вещах, о которых вы, ну, вы тут в принципе мало чего понимаете. Ну, вот я так сказал бы, практически ничего, понимаете. И не надо это как-то воспринимать как какую-то обиду. Это нормально. Я тоже далеко не во всех вещах разбираюсь, понимаете. Вот. Но, как минимум, я понимаю некоторые моменты, которые, ну, вот имеют смысл или не имеют смысл, понимаете. Я вам объясню, может быть, когда-нибудь вы сами к этому придете и поймете, что в нашей стране ничего хорошего не будет в ближайшие лет так 50, понимаете? Не будет. Если вы считаете, что вы хорошо живете, ну, или вас устраивает, и вы хотите быть законопослушным гражданином, это ваше право, правда. Угу. Мне моя страна, к сожалению, ничего не дала вообще, практически. Понимаете? Вот и все. Понимаю. Обучение платное, медицина платная, понимаете? Я даже не знаю, за что я налоги плачу. Я плачу налоги, я плачу их, но я не знаю, за что. Я не вижу, куда они уходят. Я знаю, куда они уходят, где они оседают, понимаете? И вы знаете. Конечно, знаю, поэтому я хочу проверить. Ну, так прежде вот, чем дальше, вкладывать какие-то деньги куда-то. Законопослушная гражданинка. Так я вам объясняю, что вы можете зайти, вы, если бы время уделили бы, вот как мы вчера с вами говорили, вы мне просто говорите, я ничего не почитала, я посмотрела, ничего не нашла. Да вы не смотрели даже толком. Нет, я посмотрела, что нету лицензии, я посмотрела, что нету офисов, я посмотрела, что нету возможности. А где вы смотрели? А где вы посмотрели насчет лицензии? Вот мне а я посмотрела на сайте Центробанка, там всего 4 компании, которые получили лицензию. Какой Центробанк? Какое имеет отношение европейская компания Центробанк? Вот Объясните, пожалуйста. Какое отношение имеет европейская компания к российскому законодательству? Оно даже не регулируется российским законодательством, и если что-то произойдет, каким вы телефоном пользуетесь? Каким вы телефоном пользуетесь? Черненьким. Я спрашиваю, каким вы телефоном пользуетесь? Вы можете мне назвать? Ну, у меня разный, у меня iPhone есть. iPhone, ну да, пожалуйста. iPhone. А почему вы не пользуетесь каким-то российским? Потому что их не выпускают. Ну, айфоном пользуетесь. А нет, ни одной российской есть марки. Есть российские телефоны. Ну, в смысле? Какие? Есть, как это нет? Ну, какой? Есть телефоны российские. Я могу вам даже показать, где изготавливается. У нас собираются в России. Я вам даже не видела в продаже ни одного российского телефона. Машина у вас есть с супругом? Да, есть. Какая у вас машина? Иностранная. А чего вы на Ладе Калинин катаетесь? На отечественном производителе. Ну, такое решение принял мой супруг. Почему? Исходя из технических характеристик и необходимости, что ему нужно. Потому что у нас дерьмо делают. Давайте говорить прямо. У нас не делают ничего нормального. У нас нет ничего нормального практически. Практически, подчеркиваю. Понимаете, это факт. У нас никогда ничего не делали нормально. У нас могли только украсть что-то. Понимаете? Слезать, скопировать и так далее. Я конкретно говорю за производство чего-то. Угу. Или вы со мной не согласны? Нет, не согласна. У нас вся страна. Ну, вы так агрессивно высказываетесь. У нас вся страна. Так я говорю как есть. Ну что, я не прав или что? Да нет, конечно. У нас очень много передовых технологий. Какие? Какие в У нас только военка развивается. Только да, обследоваться, какие конечно. У нас передовые технологии, какие у нас в медицине передовые технологии, скажите мне, пожалуйста. Ну, начнем, по крайней мере, там с вакцины. С операций, которые делаются у нас очень Какая хорошо. Вакцина? В разных. Спутник вот этот вот. Ну да. А какой вакцине вы сейчас говорите? Ну, это пустышка на самом деле. Это ничего не дает эта вакцина. Это ваше мнение. Это не мое мнение, это информация, которую я знаю. Вы хорошо, вы вакцинировались уже? Нет еще. Почему? Ну, в нашем районе еще вакцинация не началась. А, как начнется, вы обязательно провакцинируетесь, да? Ну да, если будет необходимость, сделаю, конечно. Нет, а вакцинируют всех подряд, всем говорят, надо. Нет. Как нет? Ну, тут по желанию, конечно, тут же не заставляют, но говорят, что нужно. Ну, это... Вы не болели коронавирусом, нет? Нет.
не болели, ну, вот вам скажут, что вам надо вакцинироваться. Потому что в основном те, кто не болели, вот, и да, в принципе, и те, кто болели, просто возможность рецидива уменьшается, так как выделяются антитела, если вы не знали. Вот. Ну, суть не об этом сейчас. Я просто вам говорю о том, что, вот, ну, вы знаете, я общаюсь с некоторыми людьми, так как я работаю в такой сфере, у меня много клиентов с разных сфер и с разных слоев общества, скажем так. Я, знаете, владею немножко больше информации, наверное, чем вы. Поэтому я говорю так, как есть, понимаете? У меня даже есть люди, которые из госструктур работают со мной, приближенные к другим людям повыше, понимаете? Они мне многие вещи рассказывают. Вот и все. Как все устроено, как все работает, а вы дальше можете быть, верить, не знаю, может быть, вы как вот такой патриотизм выражаете, мне кажется. Не патриотизм. Немножко. Я хочу, чтобы все было правильно. Пока я не буду уверена. Так, понимаете, я вам объясняю, посмотрите совершаю, элементарные я даже вещи. Не буду это обсуждать с мужем. Посмотрите насчет безопасности, понимаете. Вот вы мне сказали, я посмотрела. Зайдите в отдел, раздел безопасности, почитайте. Что, где, как, кем регулируется, какие есть ли регуляторы. Это все есть на сайте, вы же этого эти не видите. Регуляторы не зарегистрированы на территории Российской Федерации, и их действия не распространяются. Да они не должны быть зарегистрированы. Но понимаете? Я-то гражданка значит, не Российской Федерации. И что, кто вам запрещает работать с компанией, которая находится не на территории Российской Федерации? Это все равно, что вам сейчас скажут, вы не можете выезжать за границу. Имеет загранпаспорт. Нет, я хочу иметь документальное подтверждение. Самое. Ну, когда я выезжаю за границу, я оформляю документы. Подписываю документы с принимающей стороной, получаю вы разрешение на выезд. Вы заключаете пользовательское соглашение. Это пользовательское соглашение, оно дается исключительно на пользование программой. Но ни в коем случае это не является договором. Программой, продуктами, компанией, платформой и всем остальным, да. Конечно. То есть компания несет, они говорят о том, что да, действительно, и подтверждают того, что они с вами сотрудничают, они не отмахиваются от вас руками, они не говорят, что мы не знаем, кто вы и что вы, понимаете. И тем самым они говорят о том, что они отвечают за предоставленные вам услуги. То есть это как минимум безопасность, сохранность ваших средств, да, пока вы работаете с данной компанией, пока... Вы работаете через компанию, через это. Они несут вам, они несут ответственность за это, конечно. Чтобы не было каких-то вопросов, что вам банк что-то не выплатил, вам как-то там деньги не поступили куда-то или еще что-то. Вот отлично. Вот, вот по этим вопросам. Отлично. Но вот именно этот документ я хочу иметь подписанный с двух сторон и с печатью компании. Да никто не подписывает его. Ну, это есть пользователь. Это в электронном виде все, во-первых. Это в электронном виде. Вы можете еще раз говорю, зайти и ознакомиться. Понимаете? Ну, хорошо. Зайти и ознакомиться. Хорошо, давайте подпишем этот документ через электронный документооборот. У меня у брата есть компания, можем подписать. Знаете, что такое ЭДО? Контур Диадок. Конечно, знаю. Вот конечно, можем знаю. Подписать электронно, поставить подписи. В чем проблема? Вы понимаете, я ни с кем не заключаю договоров. Вы понимаете вообще мою роль во всем этом или нет? Не такой вопрос к вам. Ну, я понимаю, что вы заинтересованы, чтобы я начала торговать. Вы будете получать от брокера процент от моих операций. Вы во мне заинтересованы. Ну... Я правильно понимаю? Скажем так, я больше, ну, в принципе, да, если в общем брать, конечно. Ну, Андрей, я права, да? То есть вы во мне заинтересованы. У меня очень много сомнений, очень много непонимания. И вы эти сомнения мои развеять не можете. Вот мы вчера с вами разговаривали. Давайте вот я сейчас скажу, да, вы меня поправите. Мы вчера с вами разговаривали, и вы сказали, что вы в месяц зарабатываете, ну, имеете, получаете, не знаю, там, пользуетесь собственными возможностями и собственным опытом, вы зарабатываете пятизначную цифру в долларах. Правильно? Правильно. Для того, чтобы начать торговать, мне нужно $250. Давайте сделаем так. Я вам дам номер карточки, вы переведете мне $250, я зарегистрируюсь у вашего брокера, вы получите клиента, и мы начнем торговать. Мы будем торговать ровно 3 месяца. Через 3 месяца я выведу денежные средства, отдам вам тело долга, переведу ровно на ту же карточку, с которой вы переведете деньги мне, вот эти $250. И после этого я вам еще отдам 10% с тех денег, которые мы в процентном отношении заработаем. И если это будет все работать, вот эта вся механика, то тогда мы будем с вами дальше сотрудничать. Вот как вам такой вариант?
Я так понимаю, что если вы зарабатываете 5000, ну, зарабатываете пятизначную цифру в долларах, то 250 для вас не деньги. А я для вас буду цена как клиент. Как вы вот на это смотрите? Я как смотрю? Ну, вот встаньте на мое место. Ну, вы же зарабатываете, для вас 250 долларов это не деньги. Подождите, встаньте на мое место. Вы будете вообще заморачиваться на это, во-первых? Да какая разница? Чего вы считаете чужие деньги, я не могу понять. Ну, вы же заморачиваетесь в отношении меня. Я не считаю ваших денег, абсолютно. Я вам объясняю, как работает все это, и у вас же какой-то пунктик насчет российских компаний, понимаете? Я еще раз говорю, во-первых, не считайте чужие деньги, это раз. Ну как это? Вы вчера сказали, что это выгодный бизнес. Что значит как это? Вы хотите... Я еще раз говорю, какая вам разница, сколько я зарабатываю? Я вам вчера озвучил просто приблизительные цифры, вы мне теперь начинаете говорить, дайте мне денег. Я занимаюсь альтруизмом или что, или я... Красный Крест. Почему? Не всем ну, давайте, может, я вам нужна как клиент? Раздавать деньги направо и налево. Ну, мы же с вами будем сотрудничать. Я вам объяснил. Послушайте, ну, давайте так. Если вы мне сейчас условия еще начнете ставить, я сейчас прямо сейчас положу трубку и закончим этот вообще разговор. Правда, это уже переходит все границы. Нет, подождите, это абсолютно правильно. Вы понимаете, вы немножко зазнались. Вы тут говорите, я вас заинтересован. Я вам сказал, да, вы потенциальный для меня клиент. Потенциальный. Мне 250 долларов, даже если вы 1000 долларов сюда внесете, мне не холодно, не жарко от этого. Это копейки для меня. Копейки для меня, я вам объясняю. Ну, вот раз для вас копейки, давайте с них и начнем. Так вносите свои деньги, говорите, на ваши деньги мы начнем работать. Чего я вам должен что-то давать? Ну, я буду вашим клиентом, вы же будете получать от меня прибыль. Правильно, потому что я использую свои знания и умения, и свои навыки торговли. Ну, вы же хотите, чтобы я с вами начала торговать? А вы инвестор. Да, у меня есть сомнения, а мы начнем работать вместе, в одной команде. Ознакомливайтесь, вы и пожалуйста, я. С теми брокерами, с которыми вы будете работать. Моя задача зарабатывать деньги. Я никому ничего не должен. Ну мы же будем с вами пожалуйста, вместе зарабатывать деньги. Вы меня слышите или нет? Что да, конечно, говорю? Я слышу. Вы же только что сказали, вот, что вы заинтересованы. Если вы хотите зарабатывать деньги, вы должны... Я заинтересован в потенциальном клиенте. Все. Я клиент. Я ничего вам не должен и не обязан. Хорошо. Я вам верну эти деньги ровно через 3 месяца. С процентами. Я еще раз... Во-первых, давайте, во-первых, начнем так. Как я могу вашим словам верить? Давайте с вами встретимся. Мы подъедем зачем вместе мне? С мужем, поговорим с вами. Зачем мы можем мне, даже не с 250, раз вы говорите, что для вас 250 долларов это не деньги. Мы поговорим, пообщаемся, вы покажете нам платформу. Давайте так, хорошо. Давайте так, мы сейчас заговариваемся следующим образом. Вы хотите со мной встретиться? Вы ознакомлюетесь с информацией? Вот я вам серьезно говорю. Вы ознакомлюетесь с информацией, с сайтом, все, что они предоставляют, все гарантии, все безопасности. Инвестируйте 50 тысяч долларов, тогда мы с вами разговариваем. Я на меньше даже не согласен и не буду даже время на это больше тратить, честно. А вы одолжите 50 тысяч долларов? Захотите со мной ну, связаться, ну зачем мне тогда тратить хочется. Время? Марина, зачем всего мне тратить хорошего. Время? Ну, зачем? Я уже потратил на вас свое время. Ну всего как? Хорошего. Не, ну подождите, Андрей, ну давайте торговать начнем.